Здорово всем, ребят! Сегодня на нашем обзоре карта Древней Пирамиды, танк Т-110Е5, но не сам, а во взводе с СТБ-1. Оба танка шикарные, Т-110Е5 забытый старичок, но он еще может, и я уверен, наш боец покажет, насколько это хороший танк. Тяж 10 уровня, тем более прокачиваем, не какой-то там, не коллекционный, не премиум и так далее, да? И СТБ также прокачиваемый танк. Ну а пока ребята ищут уже морду лица, которую нужно бы пробить и заработать урона, поблагодарю всех за лайки, подписки, комментарии, за то, что вы присылаете свои реплеи. И отдельно огромное спасибо за то, что вы дожидаетесь их выхода. Кто это вообще сделал? Это 2 секундочки потрачено вашего времени. Колокольчик, подписочка, палец вверх и прислать реплей. А потом просто сиди, кури бамбук и дождайся выхода своего реплея. Итак, вазончик получает первое пробитие. Там уже 60 ТП целится в... Нет, не целится. 60 ТП... О-о-о-о, только начал целиться. Не пробить уже, хорошо. Вот тут леопардыч внизу, походу, получит очень быстро люлей. Уже все, уже готовченко. Опаньки, М60 уже объехал. Тыля какой, тыля какой, тыля что творит? Угу. Ага. Так, ну бойцы наши решают все-таки навалять люлей в вазику и 60 ТП, потому что оба эти бревнометы что такие, что могут дать что поджопника, что в морду лица, что в бочину на урона 600+, поэтому... А взводный СТБ-1 уже 194 хп на борту. 60 ТП уже отвернулся. Ай, блин, не пробил чуточек. О-о-о-о-о. Опасно, вот эти такая мешанинка, опасно. Но смотрите, как игроки играют аккуратно. Аккуратно, стараются не мешать друг другу. Не лезут это, да я стрельну. Ну это... Я когда смотрю некоторые ваши бои, я прекрасно понимаю, как... Я даже не знаю. Ну, вернее, я понимаю, так как у меня так же самое подгорает, наверное, как и у вас. А у вас, наверное, еще сильнее, так как вы намного эффективнее играете, чем я. Я просто смотрю, как некоторые союзники вытворяют тут вот эти чудеса, типа... Подтолкнуть, подъехать. Ну ты же видишь, что ну, просто боец целится. О, гриль 15 пишет уже, победа наша. Ну конечно, можно было бы не сливаться и была бы победа увереннее, да, кажется, был бы шанс, что победит команда зеленых. Но нет, слился, а теперь сидит. Победа наша. Не, ну конечно, можно уже сидеть спокойно там. С напиточком, со вкусняшечкой. Уже ничего ты не клацаешь, не играешь. И спокойно смотришь, как бойцы отдуваются. О, советы пошли уже, базу берите. Так, так, так. Джипс Е100, она же Ягушка, получает по кепчику. Ой, ну она хорошо, весьма хорошо стоит Яга. Ага, бороздит земельные просторы Яга. Убивает землю. СТБшечка, давай, только аккуратно. Оп, 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 назад, назад, назад. Ай, как хорошо. Блин, ну какой-то, ну это... Это рай для глаз, вот то, как действуют бойцы. Аккуратно, так, чао, фау, никому ничего не мешает, ну вообще супер, просто супер. Не, ну Яга это бесячая, там сидит внизу. Опасно, ну просто, ну любой какой-то, блин, кусок фугаса и... Опа. А Шериданыч там стоит в кустах, ты ля какой. Опаньки. Не пробить от... И что, все? Яга сдулась? Что-то Яга поникла такая, думает, все, не пробила Т-110Е5, все, нафиг такая жизнь. Со взводной забрал Шеридана, и наш боец добивает джипс Е100, она же Яга. Итого, мы сейчас посмотрим, что. А итого у нас 6 фрагов на двоих. Одного фрага не хватило, чтобы они поделили рассеняйчика на двоих. Урона у нашего бойца на Т-110Е5 6000 урон и 3000 заблокировано. Конечно же, мастер. Сейчас глянем, что... Набил взводы. Ну, бойцам так держать. И красавчики. Побольше им таких боев и побед. 2700 урона, 3 фрага. На этом все. Всем спасибо и пока.